спровоцировав острый кризис в Европе, Запад стремится распространить конфликтный потенциал на Азиатско-Тихоокеанский регион, причем по нескольким направлениям. Непосредственная вовлеченность в противостояние государств, обладающих ядерным арсеналом, кратно умножает стратегические риски. В последнее время отмечаются активные попытки размещения в Азиатско-Тихоокеанском регионе силового потенциала НАТО. Линия Запада на неуклонную эскалацию конфликта с Россией несет угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями. США и НАТО продолжают всерьез рассчитывать на то, что им удастся подорвать безопасность России и лишить нас воли к сопротивлению. Однако ситуация в зоне специальной военной операции свидетельствует о бесперспективности этих планов. Россия открыта для обсуждения и решения любых вопросов в области безопасности, если этот диалог будет честным, равноправным и основанным на взаимном уважении договаривающихся сторон. Однако без пересмотра Западом своей деструктивной линии, которая предусматривает нанесение России стратегического поражения, плодотворные переговоры в этой сфере вряд ли возможны. Вместе с тем, на случай создания необходимых условий сохраняем готовность к политическим дискуссиям на реалистичных началах, как по постконфликтному урегулированию украинского кризиса, так и на парламентском, так и по параметрам дальнейшего сосуществования с Западом в целом.希望同各国军队以信效交，将继续深化中俄两军战略合作和战略协作，也愿按照相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，发展中美关军事关系。 台湾是中国核心利益中的核心，一个中国原则是国际社会的普遍共识。无论谁想把台湾以任何形式从中国分裂出去，中国军队都绝不答应，绝不手软。 个别国家唯恐天下不乱，蓄意制造动荡，插手地区事务，干涉别国内政，策动颜色革命，
手伸到伸向哪里，哪里就不得安宁，甚至为一己之私到处埋钉子，人为制造很多地缘矛盾，长期拉偏架，导致地区局势复杂难解，背后递刀子，不惜挑起代理人战争，以收渔翁之利。